Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Дивный сад. И в этом видео я буду пикировать павловню уже в стаканчике. Это третья часть из серии видео про павловню, в котором я рассказываю о том, каким образом я готовлю землю, сажаю семена. И вот я уже наступило время, когда я буду ее пикировать уже в стаканчике. Вот я подготовил такие стаканчики. Это стаканчики продаются как стаканчики для пива, но я их использую по другому назначению, вот для пересадки павловни. Они чем удобны, они длинные, что позволяет корневой системе на этапе роста беспрепятственно развиваться и расти. Я подготовил также надпись здесь. Дата посадки. В первую очередь я буду сажать павловни, которые мне прислали из Крыма, поселок Приморский, Феодосия. Вот она так выглядит. Ну что ж, давайте, а сейчас давайте приступим к посадке. А сейчас приступим непосредственно к пикировке. Вот такая павловня, так она выросла. Чем удобно вермикулите, я просто добавляю воды сюда, что позволит мне максимально аккуратно отсюда достать, не повредив корни, павловню. Делается это очень просто. Земля у меня пролита, но я все равно еще добавлю сюда еще раз водичкой. Таким образом. Сейчас она уйдет. Вот вода ушла. Я делаю здесь небольшое углубление. Дальше я всегда при посадке овощных культур, любых культур, я добавляю сюда вот корневую систему такой препарат HB101. Это стимулятор роста биологический. И он достаточно хорошо помогает и активирует все процессы развития. Сюда можно вообще по инструкции кладется 2 горошинки. Ну, я кладу здесь 3-4 горошинки. Далее мы берем павловню, аккуратненько ее достаем, максимально аккуратно, вот в таком виде это, и я ее опускаю сюда в нашу ломку маленькую. Далее присыпаю, аккуратненько прижимаю, наверное, вот так. Все, на этом посадка завершена, точнее пикировка. Вот таким образом это выглядит. Подписано, дата высадки, сегодня у нас 12 апреля. Вот такая вот у нас получается красота. Как готовить землю для павловни? Есть видео на канале, сейчас справа вверху появится ссылка, где которую вы можете посмотреть. Все. Ставим сюда и дальше продолжаем. На этом я закончил посадку, точнее пикировку павловни. Это нам уже не нужно. Это не нужно. Это мы выльем. Вот таким образом это выглядит сейчас.
И сейчас, чтобы максимально снизить перепад температур, потому что они росли все-таки в небольшом парнике, и максимально акклиматизировать их для дальнейшего роста, ну и также позволить создать им такой парниковый эффект, я буду использовать точно такой же контейнер, только уже пустой, я вот таким вот образом накрою его сверху. Вот так. Ну, и все. И создам вот такой парничок, который позволит дальше уже развиваться половнее. Я думаю, что еще лучше. Ну, а на этом все. Вот в таком виде я поставлю на подоконник под лампы, где она будет дальше расти. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам интересно, если вы не знаете о том, что за павловня, или, может быть, вам интересно, как она растет. Есть, кстати, на моем канале видео, в котором я достаточно подробно рассказал о павловне и о уникальных свойствах этого дерева. И я думаю, что после просмотра этого видео у вас тоже, наверное, возникнет желание, по крайней мере, попробовать посадить у себя такое дерево. Вот. А на этом все. Если вам интересно в дальнейшем, каким образом я буду, какая она будет, там через месяц, через полтора, как вырастет, и каким образом я буду дальше высаживать его в открытый грунт, как она будет расти и что будет в конце вегетационного периода, то есть где-то в октябрь, там, конец октября, то подписывайтесь на канал, это будет целая серия видеороликов, в которой я подробно расскажу о том, каким образом я сажаю павловню у нас в Нижегородской области и что у меня из этого получится. На этом все, до встречи на канале, пока!